Как делишки, ребятишки, сами вставайте, сами сегодня вместе с Игорем и Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под вашими сериями «Угадай постройка». Да, дорогие друзья, я надеюсь, что в этот раз вы нас тоже поддержите своими лайками, мы сможем собрать нереальное количество лайков, для того, просто побить все рекорды. Так что ставьте лайк, а мы начинаем. Па-п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 а
я первый, все, давайте строим. Слушай, ничего не меняется, походу я опять проиграю в этой серии. Эдисон, сегодня ты будешь писать у нас счет, потому что я заколебался. Сигали. Да что, Эдисон, давай меняться, давай. Раз, два, три, поехали! Поехали! Нос, ботинок, голова, жопа, телевизор, говно, радио. Корона. Король! И ох, смотри, я говорю. Так, ты слышал, Игорь, чего Жека сказал? Ты сегодня его записываешь, поэтому давай. Так, давай, Жек, ты следующий, давай. Да, Эдисон, реально, давай, записывай. Ну шо, готово? Ты, корона. Ты же угадал, нет? А, да? Да. Смотрите, я не могу блок найти. Нам без разницы, давай, раз, два... Три! Давай, поехали! Да, чё, я ты... блок не могу найти! Да без разницы! Песок, пляж, океан, сиська! Кетчуп, майонез! Бургер! Подожди. Бургер! Шаурма! Ну, почти! Соболев бургер! Белый бургер! Бургер на белой булочке! Еще! Бутерброд! Да! Бутерброд видел. Я ем всегда такой бутерброд. Хлебушек, потом колбаска, потом сыр, потом еще хлебушек. Вот это у меня правильные бутерброды. Во-первых, они должны большие. Нормальный бутерброд. Все, давайте. А, я строю. Так, хорошо. Да почему у меня ноль? Да просто ничего не угадываешь. Давай. Я готова. Давай. Раз, два, три, поехали! Дерево, пальма! Пальма! И что это такая за постройка? Ну как бы ты видишь, я ее не выращивал, а я ее хотя бы строил. Так что... Ну ладно. Уже плюсик какой-то, уже плюсик. Нормальная постройка, пальма. Да, это пальма. Так, вот. Так, не возмущайся, ты свой бутерброд вообще видел? Так, у меня два. Давай. Ты подсчитываешь баллы, у меня два. А почему так? Почему у тебя два? Да. Почему у тебя два? Да, все правильно. Почему у тебя два? Ты кого-то пытаешься надурить? Все, не бей. Давай. Раз, два, три. Поехал, Игорь. Поехал. Бутерброд. Да. Я не успел это сказать. Блин, нормальный Спанч Боб, чисто. Да, прям. Все понятно, да. Сейчас, подожди, я уберу ту постройку, которая у меня уже была. Я готов. А, ну давай, раз, два, три! Давай. Шо? Ой, дождик пошёл. Фредди, мазафака, бич. Смайлик опять? Да, смайлик. Да шо? Я не знаю, да вы заколебали уже с этой постройкой, нафиг. Десятый раз. Это не я такую дебильную не мог придумать. Так, ну что? Сам придумал. А так у меня это еще с первых серий было. Может быть. Так. Ясно. Засекайте там, давайте. Вот Игорь немножко жалко, конечно. Игорь немножко жалко, да. Ничего страшного. Давай, засекай. Раз, два, три, поехали. Говно. Какашка. Стол. Куча какашек. Что? Черепаха, верблюд. Шоколадка. Лошадь. Кресло. Собака! Собака, вот вы меня, вы собаки. Давай. Я уже построек. Так, вот у меня сейчас реально будет сложная постройка, вам серьезно. Давай, покажи. Мастерство. Раз, два, три, поехали. Говно. Дорога. Картина. Что это такое? Робот? Медведь! Не надо вот этого! Зверь какой-то! Аниматроник! ФНАФ! Аниматроник! Не знаю, как типа решать это. Эдисон, аниматроник и ФНАФ, мне кажется, это одно и то же. Почти похоже на Мишку Фредди. Да, похоже. Ну, Эдисон, я считаю, что как бы аниматроник то же самое. Аниматроник...
Ну, как бы аниматроник не тоже, не только в ФНАФе есть. Вот, допустим, когда я Пикачу угадывал, Пикачу только в покемонах есть. Аниматроник, ну, хорошо, засчитаем, так уж и быть. Но это нечестно, Все честно. Ну что, вы готовы? Я готова, давай. Раз, два, три, вставай! Подождите, а нет, ничего, не ждем, как бы, давай. 6 секунд уже прошло. Платье, привидение. Панда! Собака! Пингвин! Молодец, Игорь. Ничего, никто не молодец. Я тоже пойду, жди меня. Ну что, Игорь, ты готов строить? Конечно, я готов. Раз, два, три, поехал. Сороконожка! Да, сороконожка. Чего? Я понимаю, что твоя постройка из задумки. Вот эта палка с забором. Как бы да. Я так и представлял, когда будут строить. Хорошо, хорошо. Я готова. Два, три, поехали. Нереально сложная постройка. Пикачу. Медальный, золото. Молния. Лук. Банан. Честно, как вы так? Нормально. Что-то делаете как-то неправильно. Так, давайте посмотрим. Я вообще как не играю, да? Ну ладно, хорошо. Ну да, давай. Засекай. Раз, два, три. Поехал, Игорь. Лодка, стол, я не знаю. Карандаш. Шоколадка. Нет. Ступеньки. Нет. В тот раз был игрок. Худок! Нет. Сосиска в тесте! Нет! Шаурма! Шаурма, да! Просто ты за какая шаурма! Это не моя! Это Игорь постройка! Откуда ты знал, что это шаурма? Ну потому не знаю. Если не хот-дог, значит шавуха. Похоже же, на шаурму похоже. Я не понимаю, как они это угадывают, я не понимаю. Ну ладно, хорошо, давайте. Игорь, Жеку немного жалко, да? Давайте. Раз, два, три, поехали. Нога, палец, нос, жопа, писюн. Это не моя постройка, поэтому, пацаны, давайте угадывайте. Китаец. Лицо, голова. Стол. Стул. Угол. Мозги! Ай, я сама сказала, Нормально. Это моя. Так, дайте напишу. Вот так вот. Давай. Раз, два, и... Три! Давай! Так. Хорошо. Еще одни мозги. Лицо. Человек. Уши. Да. Да блин, это нечестно! Я даже не достроил, ты же угадал, как ты понял? Не знаю. Это постройка. Да, потому что это его постройка. Ой, пацаны, вот это сейчас будет самое сложное. Я не знаю, как это построить нельзя, поэтому давайте, вы тут будете просто включать свою фантазию. Да, давайте. Давай, раз, два, три, поехали. Спиннер! Да какой к черту спиннер? Так. Эдисон. Мак, пилот. А, ну тогда, ну я сказал, выключайте фантазию. Хайка! Гендель! Да? Да. Серьезно, Гендель? Это моя постройка, да, была? Это моя была постройка. Ну, не постройка, а импровизация, можно так сказать. Импровизация. Я хотел сказать, ты не пройдешь, но типа хорошо. Это было бы слишком. Это было бы слишком больно. Давай, раз, два, три. Поехал, Игорь. Мне кажется, как-то видео быстро закончится. Да, что-то есть. Опять панда, опять пингвин. Нет? Нет. Кролика, не знаю, что это. Экран. Какая-то бабочка. Что-то скрыли. Я не знаю. Ангел. Ангел, да. Да? Да вы издеваетесь, ребята! То есть Эдисон сейчас выиграет, да? Ну сейчас, дайте я построю, хотя бы возьму, а то у меня даже построек нету. Я даже нифига не понял, я сегодня вообще мало. Че, у меня тоже. Ну нормально. Все быстро, это капец. Что, берем все постройки или нет? Так, что там постройка не моя, но хорошо. Да, я постараюсь это построить.
Раз, два, три. Поехали. Огурец, помидор. Я молчу, я ничего не говорю. Баклажаны, авокадо. Там ты авокадо. Яблоко. Поцелей, ну как бы? Ну, не без подсказок. Кактус! Реально кактус, а я хоть на каком месте? Я хоть на втором месте, меня не жалко, ура! Почему? 3-1-0, так что... Это не важно, главное, что я на третьем. Уже хоть что-то... Уже немного... Что-то очень быстро получилось, да ладно. Ой, нормально, нормально. Ну да, такой быстрой игры у нас еще никогда не было. Просто мы с каждым разом все тренируемся. Куда ты сел? А ну иди отсюда! Да, вот так, показывай ему там. Фу! Ой, ребят... Давайте мы будем заканчивать уже на этом. Поэтому, если вы хотите новой серии, угадай постройку, ставьте огромный палец вверх на все три видоса. Давайте наберем как можно больше лайков, и новая серия выйдет как можно быстрее. Эй, да, ребят, не забывайте писать ваши комментарии. Нам интересно знать, что вы думаете о данном видео. Да, не забывайте подписываться. Всем пока, всех любим, обнимаем. Всем пока. До свидания.